Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Друзья мои, сегодня приготовим вареники с потрошками. Для начинки нам понадобится кусочек сала. Половину мы оставляем для пассировки, а половину будем варить вместе с потрохами. Потрохи у нас свиные, зачищенное, промытое сердце, легкие. Добавляем по желанию специи, соль, репчатый лук и ставим готовить. Сначала до кипения снимаем пенку, убираем огонь на средний и примерно варим 40 минут. Готовность проверяйте вилочкой или ножом, чтобы он легко входил. Значит, потрохи уже приготовились, не должны быть мягкие. Пока потрохи у нас варятся, готовим пассировку, нарезаем второй кусочек сала на крупный кубик, также лук на крупный кубик и будем обжаривать на легком огне. Сначала сковородку накаляем для того, чтобы сало зарумянилось, вытопило нам жир. Только после этого добавляем лук. Еще держим пару минут огонь выше среднего. Добавляйте по вкусу черный молотый перец. После этого огонь делаем средний и пассируем лук до румяного золотистого цвета. В процессе проверяем, как у нас готовятся легкие, так как они воздушные, поднимаются наверх. Их нужно пару раз перевернуть, потому что низ будет у вас проготавливаться, а верх будет сырой. Вот так проверяем готовность потрохов. Особенно ориентируйтесь на сердце, так как оно дольше всего готовится. В среднем минут 40 уйдет на приготовление свиных потрохов. Именно свиных, подчеркиваю. После того, как потрохи приготовились, достаем их из бульона, нарезаем на мелкие кусочки и перекручиваем на мясорубку. Тем временем пассировка у нас практически уже готова. После того, как мы перекрутим потрошки на крупную решетку желательно, будем добавлять пассировку, но добавляем половину порции. Остальную пассировку выкладываем в тарелочку и оставляем для топпинга под вареники. Начинку мы приготовили, отставляем ее в сторонку и готовим тесто. Тесто готовится очень быстро. Добавляем в дежу-миксер муку просеянную. В чашу добавляем кипяченую воду, растительное масло и соль. Выливаем в дежу-миксера, включаем максимальную скорость и замешиваем эластичное тугое тесто для вареников. В процессе вымешивания останавливайте миксер и помогайте ему немножко собрать муку с боков дежи. Вот тесто хорошо вымесилось. Также это тесто можно вымесить руками на рабочем столе. Никаких проблем у вас с этим не будет. Достаем тесто, выкладываем на рабочую поверхность, накрываем мисочкой или заворачиваем в пленку и даем тесту отдохнуть 30-40 минут. После теста раскатываем очень-очень тоненько, старайтесь раскатать. Вырезаем выемкой форму круглую, выкладываем начинку и защипываем вареники. Защипнуть вареники можно ажурно и можно просто классическим способом. Это более ажурно. Ну, двойная как бы идет работа в процессе. Поэтому я просто показала, кому нравится, пожалуйста, поиграйтесь, если есть свободное время. Кончики вытягиваете и подворачиваете. Я, как правило, обычно защипываю вареники
классическим вариантом. С этим тестом очень легко работать. Не нужно подсыпать муку, не нужно подливать никакого растительного масла. Оно не пристает к рукам. И очень-очень хорошо все защипывает, все края. Пока мы вареники с вами лепили, поставили мы воду на большой огонь, довели до кипения. Воды в среднем 2 литра и 1 чайная ложка соли обязательно добавим. Выкладываем вареники в кипящую воду, перемешиваем. Как только вареники поднимаются наверх, готовим их еще в среднем 3-5 минут, не больше. Достаем шумовочкой на тарелочку, сверху выкладываем пассировку шкварки с луком. И подаем, и наслаждаемся. Приятного аппетита! Это очень-очень вкусно. Всего вам доброго. Пока-пока.